Как вывести деньги с Payoneer в Украине? Заходим в личный кабинет, меню, настройки, банковские счета. У меня уже добавлен банковский счет Приватбанка в гривне. Жмем в окно «Добавить банковский счет». Тип банковского счета – личный. Страна Украина в нашем случае. Валюта – доллар или гривна. Разница лишь в том, что на гривневый счет минимальный вывод – $50, а на валютный – $300. Далее нам следует ввести данные счета. Где их взять? Если это Приватбанк, заходим в Приват24. Все услуги, инфо, мои реквизиты. Из списка карт счетов выбираем тот, на который будем выводить деньги с Payoneer. Отметим пункт «Swift платежом» и нажмем кнопку «Получить реквизиты». Копируем их отсюда. Также можно добавить карточку Pumba. Заходим в личный кабинет и жмем на кнопку «Реквизиты». На ваш компьютер скачивается PDF-документ с реквизитами счета. Выберите ваш банк из списка банков. Введите данные безопасности. Это ваша дата рождения и пароль от аккаунта Payoneer. Нажмите кнопку «Добавить банковский счет». Его проверят в течение 3 дней и сообщат о результатах по почте.